Прощай, мой сын. Наши надежды и мечты прибудут с тобой. Он будет изгоем. Его просто убьют. Как? Он будет для них богом. Что, если малыш мечтает стать кем-то большим, чем от него ждут? Что, если он способен на большее? Мой сын был в автобусе. Он видел, что сделал Кларк. Сын, ты ответ. Ответ на вопрос, одни ли мы во Вселенной. Могу я считать себя твоим сыном? Ты и так мой сын. Полагаю, ты был отправлен сюда неспроста. И даже если понадобится потратить всю жизнь, ты должен выяснить, с какой именно целью. Как найти того, кто всю жизнь скрывается? Для кого-то он ангел-хранитель, для других призрак.